утверждено расписание единого госэкзамена, который российские выпускники будут сдавать в этом году. Совместный приказ Министерства просвещения и Рособранадзора уже опубликован. Итак, досрочный этап стартует уже 20 марта. В нем обычно участвуют выпускники прошлых лет, которым экзамен нужен для поступления в ВУЗ. Ну а основной этап пройдет с 27 мая по 1 июля и начнется с географии и литературы. До 13 июня школьники должны будут сдать максимум предметов, а потом предусмотрены резервные дни. Например, если кто-то выбрал и географию, и литературу, он сможет сдать второй предмет 17 июня. В этом году ЕГЭ будут сдавать почти 780 тысяч человек. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом. Ну а самым популярным предметом по выбору снова стало обществознание. Между тем, опросы показывают, что 63% выпускников больше всего боятся сдавать математику. А половина опрошенных взрослых признали, что почти ничего не помнят из программы старших классов. Нужна ли вообще такая сложная наука в обычной школе? Логарифмы, косинусы, переменные функции, интегралы. Для каждого второго взрослого россиянина это настоящая китайская грамота. Царица всех наук, как оказалось, еще и рекордсменка по вылетанию из головы в самые короткие сроки. Мы решили выяснить, смогут ли бывшие выпускники решить хотя бы несколько задачек из современного учебника. Смогли бы? Нет, сейчас, наверное, не смог, уже все забыл. Математика, конечно, в нашей жизни очень большую роль играет, потому что все связано в нашей жизни, все вообще специальности, все профессии, и все в этом мире связано с цифрами. А вот что, например, такое определение, как логарифм, помните, что такое? Нет, не помню. А интеграл? Тоже не помню. А, здесь все понятно. И вот, наконец, первый взрослый, легко справившийся со школьной задачкой, но, как оказалось, все не так просто. Ответ абсолютно верен. Признайтесь честно, вы учитель математики? Нет, я зам учителя по математике. А что если спросить молодежь, в буквальном смысле вчерашних выпускников, уж они-то за несколько лет точно не должны забыть то, что так усердно зубрили перед экзаменами и контрольными. Что-то в памяти осталось из математики? Да, тригонометрия, например. А можете вот навскидку вспомнить, что такое логарифм, например? А интеграл? Я не помню, честно. Ну и, разумеется, самое классическое оправдание из всех возможных. У меня больше с литературы. Будем откровенны, программа в старших классах действительно непростая и дается не каждому школьнику. Неудивительно, что родители, которые сами не в состоянии отличить синус от косинуса, ополчились на предмет. Мой ребенок гуманитарий, но вынужден изучать эти материалы, которые ей никогда в жизни не понадобятся. Кому нужны эти тангенсы, котангенсы, многочлены? Большая часть населения совершенно не соображает в окружающей реальности, законов не знают, нет финансовой грамотности. Специалисты усмехаются, но ведь для поднятия уровня финансовой, да и общей грамотности вам и нужна математика, и речь не только об умножении и делении. Во-первых, многие понятия, чьи определения мы и не вспомним, так или иначе, играют огромную роль в нашей жизни. Более того, абстрактные математические задачи являются лучшими тренажерами для логики. Мы это в жизни не используем. Оно просто настолько интегрируется, что мы уже это не ассоциируем с предметом математики. Когда мы паркуемся параллельно или заезжаем в гараж, это на наш навык геометрический. И, возможно, подросткам просто нужно рассказывать больше про них. Если человек захочет организовать свое дело, ему нужно будет составить свой бизнес-план. Очень часто это включает задачи, для решения которых необходимо знание логарифмов, показательной функции и так далее. Такие полезные знания точно не выветрятся из головы на следующий день после экзамена. А математика сможет стать не только важным, но и любимым предметом для многих, да-да, даже гуманитариев. А вот разговоры о математике в школе продолжим с доктором биологических наук, профессором, заведующим лабораторией нервной системы Института морфологии человека РАН Сергеем Савельевым. Сергей Вячеславович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Знаете, вот хочется задать вам вопрос, насколько все-таки высшая математика и вообще математика способствует развитию логического мышления. Мне кажется, это просто вот как дважды два, понятно, но я не эксперт и не могу это объяснить словами. Дело в том, что детей, конечно, нужно учить математике. Другое дело, не все и не в таком, может быть, объеме, но учить обязательно. Не надо докатываться до Америки, когда там перестают дроби преподавать в школах. Угу. Это уж крайняк. И там они обсуждают, там алгебру давать или нет. Это сейчас. Да, но люди-то забывают синусы, косинусы, котангенсы. Это тому, кому это не нужно, те действительно забудут. Ничего страшного нет. А кому это нет. Нужно в основном? А это нужно не для того, чтобы человек использовал это. Это, что называется, игра ума. Практическая часть этого, она, в общем, есть в анекдоте одном. Когда один математик приходит к другому математику, в этот момент хозяин квартиры, математик, вбивает гвоздь шляпкой к стене.
И тогда он говорит, это гвоздь не от этой стены. Он говорит, нет, от этой, только с другой стороны. То есть вот практическая значимость математики исчерпывается этим анекдотом. Но при формировании человеческого мозга она играет колоссальную роль. И детей нужно учить абстрагироваться. Вы в своем ответе сказали, что, несомненно, математику преподавать в школе нужно, но, возможно, не всем и не в таком объеме. Вот я бы хотел бы ухватиться за фразу «не всем, кому не надо», или и как это понять, и в каком объеме нужно. Базовые знания нужны обязательно для всех. Не для того, чтобы этой математикой, зачем ему там арктангенс искать и помнить в голове. Но он должен, когда ему это пригодится, он пойдет в бизнес, еще что-то. Чтобы он смог подойти, взять учебник, открыть его и разобраться. Но нужно еще и преподавать. Математика очень плохо преподается. Просто еще почему спрашиваем, что у некоторых складывается мнение, что те же самые школьники, которые сейчас учат математику, ну, мы не о начальных классах, конечно, говорим, то они просто берут и в готовую формулу просто поставляют другие числа. И, по сути, скажем так, ум свой не сильно-то и тренируют. Они все равно его тренируют. Даже подставить сложно, чтобы получился ответ. Я много лет преподавал, правда, в высшей школе. Я могу сказать, что это не всегда получается. Нужно знать, куда подставить. Нужно знать, куда подставить уровень. Дело в том, что сейчас, благодаря компьютерам, вот этим всяким портативным системам, мозг до такой степени обленился, что любая система, которая заставляет думать, это на нее надо молиться. Да. Потому что все приспособлено к тому, чтобы они вообще ни о чем не думали. Знаете, в защиту того, что математика нужна, приведу просто свой личный опыт. Когда я училась в математическом классе, у нас был потрясающий преподаватель. Он нас заставлял быстро мыслить. Он не давал нам отдыхать. И сейчас, когда я сталкиваюсь в жизни с разными ситуациями, я мыслю быстрее, креативнее, и мне помогает именно этот математический опыт. Вот мне кажется, это в жизни как раз и может пригодиться таким образом, что ты учишься решать задачи там математические сквозь довольно абстрактные. Да. Потому что самая главная проблема у детей. Они в бытовом отношении соображают отлично. Они не могут решать абстрактные задачи. А с учителями-то что делать, если сейчас такая проблема? Учителями нужно искать учителей, потому что если бы все начинали с книжки Перельмана «Занимательная математика», да? Это старая книжка, еще бог знает, как столетие уже скоро будет, то все было бы хорошо. Это интересно, это познавательно. Ребенок может просто сам читать на определенном возрасте, ему будет интересно. Но учитель должен преподавать лучше, чем написано в популярной учебнике. Для математики класс в 30 человек – это пустое место. Вы ничему не научите 30 детей. А 15-17 максимум. Это персональная работа с каждым ребенком. А пока у нас эта система отчетностей, сказать, и победных реляций, у нас математику и более сложные науки. Преподавать очень сложно. Ну, в отдельный факультатив не стоит выводить в школе. Нет, конечно. Наверное, да? Есть обязательные знания. Спасибо за ваше мнение. Спасибо. О математике в школе мы говорили с доктором биологических наук, профессором, заведующим лабораторией нервной системы Института морфологии человека РАН Сергеем Савельевым. Хорошего утра. Спасибо. И дня. Спасибо.